Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Инциденты с участием авиации и флота России и НАТО прекратились. Как сообщил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей в себя корреспондента ТАСС, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тодд Уолтерс, опасные инциденты с участием вооруженных сил России и НАТО в воздухе и на море не происходили уже 3 месяца или даже более. Эту положительную тенденцию американский генерал напрямую увязал со своей встречей с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Со времени моего предыдущего разговора лицом к лицу с генералом Герасимовым у нас было 0 инцидентов, вызванных непрофессионализмом на море, и 0 инцидентов, вызванных непрофессионализмом в небе, цитирует агентство ТАСС Тодда Уолтерса. При этом он не забыл подчеркнуть, что, по его мнению, прекращение инцидентов говорит и об успешном сдерживании России силами НАТО. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте военноедело.ком.